Евсинский сельсовет на протяжении ряда лет целенаправленно благоустраивает общественные территории поселков. Местные администрации уверены, хорошие дороги, тротуары, скамейки и игровые площадки много значат в повседневной жизни. Комфорт жителей начинается с малого. В этом году начат большой проект по улице Мира, причем средства были изысканы в местном бюджете. Завершили улицу Гагарина, перешли на Мира. Это первый этап, начало. Поликлиника, малосемейка, вокруг многоквартирные дома. Людей приезжает много, а территория вокруг в плачевном состоянии. Развалено было все везде. Разбито, без дороги, без все эти, как его, бордюры. Начали ломать бордюры, снимать бордюры старые и установить новые. И убираем все грязь, все мусоры, увозим, чтобы почистить, подсыпать и... Внутриквартальные дороги расширяют до 5 метров, чтобы два автомобиля могли спокойно разъехаться. Строят тротуары, их здесь раньше не было. По просьбам жителей отошли от проекта и серьезно увеличивают парковочное место. Контракт отыгран на 13 миллионов рублей. Да, деньги эти большие, деньги местного бюджета. Как мы предыдущие, у нас был проект по улице Гагарина, там были областные деньги. Но мы понимаем, что, наверное, в области не только один Евсинский сельсовет. Ну и мы реализацию решили за собственные средства хотя бы приступить. При поддержке района, депутатов Заксобрания и предприятий-партнеров за проекты можно браться и реализовывать, говорит глава Евсинского сельсовета. В связи с тем, что остатки средств, скорее всего, у нас останутся, мы хотели бы еще реализовать еще один квартирный дом, как я сказал, по Мира 3. Также с благоустройством, с тротуарами, озеленением и установка урн, лавочек по пешеходным переходам. 1 000 000 рублей на игровую площадку в прошлом году выделили депутаты Заксобрания. Сельсовет добавил еще 200 тысяч и установил ее. В этом году областные депутаты вновь выделили такую же сумму. Она пойдет на обустройство безопасного резинового покрытия. Реализовать проект на этой территории подрядчики хотят с опережением сроков на 1-2 недели, чтобы еще в летнее время евсинцы смогли порадоваться комфорту.